Вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Глядзіце у гэтым выпуску. Жніво высокімі темпамі. У рэгіёне застаецца ўбраць каля 10% плошчаў зерневых. Адзнака добра. Колькасць зарэгістраваных мабільнымі групамі парушэнняў на прадпрыемствах «Гомеля» зменшылася ў некалькі разоў. З клопатам пра здароўе ўрачы абласной бальніцы правялі выязны прыём у Рагачоўскім раёне. Адпачынак без шкоды прыроде, каля вадаёмаў і ў лясах праверад захавання прыродаахоўнага заканадаўства. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Рэгіён трымае высокі тэмп уборачнай. Абмалочана 89% плошчаў. Петрыкаўскі і Хойніцкі раёны выканалі план. Іх паказчыкі на сёння 111 і 104%. Агульны намалот па вобласці складае амаль 530 тысяч тонн. Самы важкі каравай у Рэчыцкім раёне 62 тысячы тонн збожжа новага ўраджаю. На другім месцы Будакашалёўскі раён амаль 60 тысяч тонн. Затым ідуць хлебаробы з Добрушскага. У іх больш як 50 тысяч. Сумесную акцию под назвой «Уборочная у разгары» сегодня провели супрацовники ДАИ и волонтеры Червоного Крыжа. Яны завитали на поле агрокомбината «Паўднёвы». Зараз на рахунку каждый центнер сборжа. Каб не оттягивать механизаторов от працы, для встречи выбрали обеденный час. Галоўная мета акции – профилактика травматизму под час жнива. Люди, которые с раницы и до позднего вечера працуют у поле, у зоне рызыки. Спякотное надворье может негативно поуплывать на самоотчувание водителя. Инспекторы ДАИ разом с волонтерами Червоного Крыжа нагадывают об основных правилах поводинов, раздают информационные буклеты и питную воду. Усім жадаючым вымирают артериальный тиск. На территории Гомельской области уборочная кампания уже находится на финишной прямой, и госавтоинспекция всеми силами помогает завершить уборочную кампанию качественно и, самое главное, безопасно. Температура свыше 30 градусов Цельсия. Красный Крест проводит серию акций и мероприятий. Мы выезжаем, раздаем водичку и для автолюбителей на трассах, устанавливаем пункты, где можно попить водичку, можно зайти попить и в район организации Красного Креста. Выезжаем и на пляже, в местах скопления людей, которые вынуждены находиться без питьевой воды. Вот. Ну, также выезжаем комбайнером каждый год. Врачи Гомельской областной клинической больницы сегодня провели выездные приемы у Рагачоўскім районе. Консультации проходили у районной больницы и поликлиницы, а так само у Доўскай участковой больницы и Болотнянским ФАПе. У составе выездной группы гомельских медиков, хирург, невролог, травматолог, реаниматолог и педиатр. Ганна Каральчук протягнет тему. Рагачоўская центральная районная больница мае амаль 200-гадовую историю и зараз уключая великую сетку вясковых установ аховы здоровья. Две участковые больницы, 8 амбулаторы и 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Усё для того, как обеспечить 57 тысяч жыхароў района якостной медицинской допомогой. Не глядячи на то, что штат ЦРБ практически цалком укомплектованы специалистами, приезду медиков из областного центра тут рады не только пациенты, але и сами врачи, которые высоко ценят обмен клиничным опытом. К нам приехала достойная команда. Это и врачи-хирурги, врачи-травматологи, врач-педиатр, лор-врач, и, конечно же, врачи-неврологи, врачи-нейрохирурги. Вот эти специалисты, конечно же, сегодня окажут нам помощь. Очень мамочки с детками ждали, конечно, приезда наших областных специалистов. Я хочу сказать, что такие выезды очень важны и для нас, для медицинских работников, и, конечно же, для наших пациентов, которые, не выезжая за пределы Рагачевского района или за пределы участковой больницы, могут быть осмотрены областными специалистами. Гэты проект – постоянная практика областной больницы. Урачы не первый год оказывают допомогу у районах. Перевага наибольш отдаленным от областного центра або потерпелым у вынику аварии на Чернобыльской АЭС территориям. У составе группы, якая наведала Рагачевский район, специалисты высшей категории. У переважной большинстве – головные позаштатные специалисты в области. Перш за все, медики отправились у реанимацию и стационарное отделение. Далее протягнули прием в поликлинице, а так само на выезде – в участковой больнице и фельдшерско-акушерским пунктом. Некоторые приемы проходили с уделом мясцовых урачов. Каштовные парады от больше опытных коллег – добрая махчимость повысить свой профессийный уровень и обмерковать с коллегами складанные выпадки. Поверите, что профессионализм наших специалистов на районах отнюдь не низкий. Но, так скажем, у каждого свое видение ситуации. И медицина – это не точная наука все-таки. По формуле, к сожалению, пациента нельзя разложить. Там заболевания иной раз принимают
принимают такие формы и под такой маской протекают, что даже профессорам там ломают голову, что же это за болезнь такая, как ее лечить. И тут скорее даже идет обсуждение пациентов с нашими коллегами. До речи, частка специалистов, якая приехала в Рогачевский район, может назвать их у своей малой родимой. Врач-акушер-гинеколог Алена Тугаринова, родом из Рогачева. После закончения университета по размеркованию приехала молодым специалистом у мясцовый роддом. И она догэтуль с теплом вспоминает свой первый год працы. По махчимости наведывая коллектив и раит интернам не бояться и починать свой працовный шлях миновито в районе. Первое место отработки – это такой очень важный шаг, этап в работе врача, ну, и любого специалиста, и среднего, и акушерочки, и медсестры. И когда они говорят, что, например, поедем работать в город Рогачев, я говорю, что это очень хорошее место для начала, скажем так, своей карьеры, врачебного, профессионального роста. То есть стараюсь их как-то поддержать, потому что все, естественно, хотят остаться в каких-то крупных городах. И говорю, что на районах там те же люди и даже еще бывает поинтереснее, чем в больших городах. Ганна Кральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Рогачевского района. Протягиваем выпуск. Проверки, которые здесняют мобильные группы, приносят становчие выники. Колькость зарегистрированных порушений на предприемствах зменшилась у несколько разов. Разом с тем, навести идеальный порядок покуль не отрымалось. Это еще раз подтвердил сегодняшний рейд мобильной группы Гомельского гарвыканкама. Разом с ее представниками акционерное товариство «Гомель Рамбуд» наведал и наш корреспондент Олег Сентеров. 7:45 ранницы. До початку працовного дня у акционерном товаристве «Гомель Рамбуд» застается 15 хвилин. А тому свою работу мобильная группа «Гарвыканкама» начинает с проверки пропускного режима. На этот раз ни одного зарегистрированного порушения. У администрации предприятия этому не удивляются. Питанием дисциплины тут повышенная увага. По-моему, у нас еще таких не было нарушителей, которые, скажем так, приходят после 8. Поэтому мы просто организовали у себя на посту охраны журнал, то есть человек поставили вертушку, то есть уже кто-то там незаметно после 8 не проскользнет и не записавший в этот журнал, поэтому ну тоже это отслеживается. На предприятии мобильная группа находится крыху больше годину, а за этот час поспевая проверить литерально каждый куток, начиная от вытворчих участков. Размова об технице безопасности, уровне зарплаты, на физическом состоянии работников, показчики алкотестера, специалиста наркологической службы на нуле, алкогольных напоев никто не уживал. И еще больше строгие потребования до водителей. По словам представников мобильной группы, это одно из наиболее распространенных порушений. На некоторых предприятиях контроль за станом водителей чисто формальный. Повышенная увага до прохождения перед рейсов медицинского огляду тлумачится просто. Это сегодня крыху похолодало, и вот на вот пошел дождь, а до этого протяглый час температура поветра под плюс 30. У таких умовах водитель, який має проблемы со здоровьем, может и притомность стратить, и у аварию трапить. Традиционное завершение работы мобильной группы, подведение выников с уделом у всех головных специалистов предприятия, значных завах не выказывает никто, але администрации есть на что звернуть увагу. По оборудованию есть замечания. Инструмент применяется у старого изготовления. Тележ и не установлены принадлежности. Ну, замечания есть. Вся беда заключается в том, что эти вот замечания, что я озвучил, у нас в области были причинами несчастных случаев. Мобильная группа Гомельского гарвыканкама працует уже около 7 годов. И за этот час выники ее деятельности явно становчие. Когда на початку ее парады часом воспринимались достаточно критично, то сегодня все выказанные зауваги обовязковые для выполнения. Как выник, колькость зарегистрированных на предприятиях порушений уменьшилась в разы. Причем тычется это разных боков. От знаходжения работников у стане алкогольного опьянения до спозднения на працу. Если у нас в городе 35-40 было несчастных случаев на производстве, то сегодня, извините, 12 за первое полугодие. Это же не может не радовать, понимаете? И, значит, количество находящихся в нетрезвом состоянии, если мы и 60 устанавливали, сегодня значительно меньше. Поэтому по-разному можно относиться, воспринимать, но сам факт, что, значит, самое главное, что эти недостатки пусть вначале воспринимаются так, но в течение 2 недель устраняются. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».
По инициативе Министерства природных ресурсов и аховы навакольного осяроддзя у Беларуси проводится акция «Отпочинок без шкоды природе». Сирот ее головных задач – попереджвание порушению природоохонного законодавства по час отпочинку каля водоемов и у лясах. У один из рейдов разом с экологами Гомельщины накировалися наши корреспонденты. Ропускае возера у советском районе Гомеля. Усяго один водоем, але на им экологи одразу знаходят практически все наибольш распаўсюджаныя виды порушений. Починаючи от парковки автомобилей каля воды. И хоть природоохонное законодательство дає однозначный отказ, отповедная отлеглость повинна складать не меньше, як 30 метров, многие это потребование упарта игноруют. На этот раз от машины до воды 19 метров. Явное порушение и квитанция об необходимости прийти на комиссию у областный комитет природных ресурсов и аховы навакольного осяроддзя. Максимальное предугледженное за такое порушение покарание – штраф до 10 базовых величинь. Каб у водителя не было жадания просто выкинуть квитанцию, экологи все старанно фотографуют. Установленные аншлаги на подъездах, водных объектах остаются без внимания наших граждан, поэтому они получают солидные штрафы до 10 базовых величин, а это 245 рублей за то, что подъезжают на автомобиле ближе 30 метров, а бывает 5 и 3 метра, и в плотный песок заезжают и колесами в воду. Еще одно вельми распаўсюджанае порушение природоохонного законодательства у местах отпочинку – разведение вогнішчаў. Иншая справа, что место, где это дозволяется, у наваколі няма. Теоретично их можно официально обсталявать поблизу от пляжу. Урэшце яны будуць под доглядом работников выратавального поста. До того же на пляжном песку пожар немагчымы нават у теории. Пакуль же отпочиваючыя гамельчане актыўна выкарыстоўваюць территорию, якая прилегает до пляжу, высекаючы при гэтым для вогнішчаў дрэвы. Правда, дзеля справедливости необходимо отзначить, есть и іншы приклады. Замест вогнища на земли – мангал. Замест высечаных древ – дровы и вуголь, привезенные из дому. До этих людей за увагу экологов нема. Я делал такой мангал, он слаживается как чемоданчик. И удобный везде. В любое время поехал. Удобный вообще мангалчик. Ну и мы отдыхаем так, никогда ничего не нарушаем. Всегда за собой убираем мусор. Всегда это. Мы никогда за собой ничего не оставляем лишнего. Акция «Отпочинок без шкоды природе» будет проходить до 20 жнивня. Але это не значит, что потом увага экологов до ситуации в местах отпочинку изменится. Причем от попереджвания основные профилактичные меры подчас акции яны вернутся до применения практики штрафных санкций. Дальше за порушение природоохонного законодательства до администрационной отказности сёлета на Гомельщине притягнуты уже 280 громадян. Комитетом области проведена очень серьезная информационная работа по доведению до населения, как, где необходимо отдыхать, с тем, чтобы не нанести вред природе. Вот эта работа, которая проводится, это она направлена не только для нынешнего поколения, но она направлена на то, чтобы сберечь нашу природу и могли отдыхать люди из следующих поколений. Олесь Унцюрова, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Стан инваспорту и доступность физкультурно-оздоровленчих комплексов для людей с обмежеванными магчимостями обмарковывали сегодня у Гомельским гарвыканкаме. За круглым столом собрались представники мясовых органов улады, спортивных установ, а так само громадских объединений у людей с инвалидностью. Для развития инваспорта у Гомелі год тому был створен региональный центр Олимпийского резерву по паралимпийских и дефлимпийских видах спорта. Его выхованцы уже мают чемпионские титулы. Многие становились призерами спаборництва у разного узровня, у тем лику международных. До того же в областном центре есть спортивные объекты, которые без перешкод могут наведывать люди с порушениями опорно-рухального аппарата. У основном это новопобудованные установы. Однако, не глядя на створенные умовы, редко на спортивных объектах можно встретить человека с обмежеванными махчимостями. Причины и шляхи выйти из ситуации обмерковали за круглым столом. Проблема не решается какая-то локальная. Это все в комплексе. Во-первых, да, создать условия на самих объектах, чтобы люди различной категории инвалидности могли посещать. Второе, это работа и системы образования, и здравоохранения, и социальной защиты, чтобы человек психологически был готов выйти из дома и прийти в это учреждение спорта. Третье, нужно подготовить еще и специалистов-тренеров. Для изменения ситуации вырашено створить базу даденных, жадающих займаться спортом. Далее установы аховы здоровья, отделы адукации, спорту и туризму и центры социального обслуживания начнут работу по долучению людей с обмежеванными магчимостями до спортивного життя Гомеля.
У Гомелі сьогодні відбувся фінальний концерт штогодового творчого спаборництва «Хвилина слави». Конкурс проходить у обласної бібліотеці ім'я Леніна. Сьомий год запар під час школьних канікулів тут збирають творчих хлопчиків і дівчинок у возрасті від 5 до 15 років. На сцені вони демонструють свої здольності у різних номінаціях – співи, танець, читання віршів, ігра на музичному інструменті. За 7 годов удел у конкурсе «Хвилина славы» приняли каля 500 юных зорочек. Для многих это спаборництво стало доброй стартовой пляцовкой. Здесь присутствуют руководители различных студий. И прямо отсюда они идут в эти студии, становятся их участником. Был такой случай, что девочку даже прослушали прямо вот на ступеньках областной библиотеки. Она стала участницей уже лауреата многих премий. Будущая звездочка зажглась именно здесь, в стенах областной библиотеки. Гэта я так сама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Далей у эфіры дэ-факты і спартыўны агляд, а я з вамі развітваюся. Добрага вам вечара і да новых сустрэч у эфіры. Дэ-факта продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Оплаченные кроссовки не дошли, а вместо компьютерных комплектующих – бутылка с водой. За полгода в регионе возбуждено почти 300 уголовных дел в отношении мошенников. Немало доверчивых покупателей попадаются на их удочку в интернете. Так, например, житель Светлогорска, воспользовавшись социальной сетью, решил заказать себе оригинальные кроссовки известного бренда за смешные 60 рублей. Оплатил за товар молодой человек через виртуальный банковский карт-счет, однако продавец кроссовки не выслал и прекратил переписку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что карт-счета, на которые были перечислены деньги, принадлежат банкам иного государства. В этом случае, к сожалению, установить владельцев счетов крайне затруднительно. И еще один случай мошенничества произошел при покупке комплектующих для компьютера через интернет-магазин. В переданной продавцом коробке, за которую было уплачено 500 рублей, вместо компьютерной платы и остальной части заказа лежали две бутылки из-под шампуня, в которые для тяжести была налита вода. А в эти дни для водителей, например, вода гораздо ценнее компьютеров. В регионе уже несколько дней стоит жара. По словам экспертов, установившиеся температуры напрямую влияют на дорожную обстановку. К слову, за прошедшие сутки зарегистрировано 21 ДТП. Одно из них произошло с участием автомобиля «Волга». Местом аварии стала трасса М5 в Будокошелевском районе. Водитель не справился с управлением транспортного средства, съехал на обочину, после чего опрокинулся. В результате происшествия водителю были причинены телесные повреждения, по факту которых он был доставлен в больницу. Некоторые автомагистрали к концу недели попадут под особый контроль. Совместно проведут отработку М10 и М13 госинспекторы Гомельской и Брянской областей. Следить за безопасностью движения будут с 15:00 и до поздней ночи на всей протяженности дороги. В рамках отработки автодорог будет проводиться работа по пересечению скоростных режимов. Также будет осуществляться проверка розыска лиц и автотранспорта, мониторинг общественного мнения и прием граждан госавтоинспекции. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Состоялись очередные поединки розыгрыша Кубка Руслана Салея. Хоккейный клуб «Гомель» дома играл с действующим чемпионом страны Гродненским «Неманом». Интриги этому поединку, кроме турнирных перспектив, добавляло и то, что в финале прошлогоднего Кубка страны «Рыси» одолели гродненскую команду. В первом периоде подопечные Сергея Пушкова сделали шаг к реваншу. Никита Крыскин и Павел Боярчук по разу реализовали большинство. Второй период прошел без заброшенных шайб, в третьем солировали хозяева. Алексей Яценко сократил отставание. Роковой же для гостей стала 56-я минута матча, в течение которой «Рыси» вырвали победу. Сначала Александр Сирей счет сравнял, а спустя два десятка секунд Евгений Соломонов принес «Гомелю» викторию 3-2. «Рыси» пока возглавляют подгруппу А. В пятницу команде Олега Хмыля в Минске играть с «Юностью».
Жлобинский «Металлург» сегодня встречается дома с белорусской молодежкой. Защитник Валерий Коршакевич покинул стан футбольного клуба «Гомель». Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон. На счету Валерия Коршакевича 17 матчей за зелено-белых. В Гомеле прошел теннисный турнир на призы первого председателя Гомельской областной федерации тенниса Сергея Котова. Состязания проходили на кортах профильного областного центра Олимпийского резерва. Награды турнира оспаривали любители и ветераны в одиночном и парном разрядах в трех возрастных категориях – 30+, 45+, и 60+. Вижу все лица, которых я знаю, увлекающиеся теннисом давно, и причем от 30 вот лет мы сейчас любители проводим. И есть 60 плюс, есть 70, я вижу людей, которым за 70. Ну, наверное, хорошее это начинание. Организаторы не исключают, что турнир на призы Сергея Котова станет традиционным. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».